телецентре звездами никого не удивишь. Здесь и глазом не поведут, холодно пройдут мимо, но лобода развернет. Так эффектно она пронеслась по коридору Останкино. Бешеная энергия, стильное воплощение идей. За клипы Лободы отвечает подруга, продюсер и модный режиссер Нателла Крапивина. У нее не забалуешь, только и слышно. Быстрее! Куда еще быстрее. За несколько лет красотка из Киева стала у нас звездой номер один. Ее гонорары взлетели до небес еще и после участия в проекте «Голос. Дети». Светлану обожают маленькие модницы. Может, ты сама бедновата, для кого эта красота стала все невыносимо. Я прошу тебя, перестань, ты стреляешь из автомата. А дома ждут очаровательные дочери Тильде год, Евангелине уже 8. Украдкой снимает спящую маму. Лобода не злится. Дома она спокойная, всю энергию выплескивает на сцене. Светлане 37, а копируют ее 17-летние, ждут в сети новых образов, обсуждают детали. Особенно хороша Лобода в купальниках. Хотите такие же эффектные ноги? Больше танцуйте. Лобода покажет пару па. В этом году Светлана была на свадьбе друзей и даже поймала букет невесты. Интересно, какой свадебный образ выбрала бы она? Правда, в ее случае важно, что она забудет надеть. Нет такого, какого внутреннего ощущения у тебя? Я не настаиваю, что ты забыла надеть сегодня брюки. Ваня, это шорты.